Словно дорога в ад, так пользователи сети комментировали вот эти кадры. Полыхали поля под Ростовом, огонь шел стеной, пожирая сухую траву и деревья. Пламя вплотную подбиралось к дороге, окружило опоры ЛЭП. Трасса скрылась под слоем пепла, видимости местами не было никакой. Проезжающие машины терялись в плотной завесе дыма. Водители сбрасывали скорость, одни пытались побыстрее уехать, другие, несмотря на опасность, наоборот, тормозили у обочин, чтобы снять все на видео. Чтобы справиться с огнем, на место пришлось стянуть почти 100 человек, а больше 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. А пользователи городских групп в соцсетях сошлись в том, что то, что произошло, это поджог.